К причалу, откуда по пятницам любит рыбачить Евгений Дудалев, волной прибило живого классика. Владимир Хотиненко. Я до этого две картины снял, и я даже сомневался, не зря ли я поменял профессию архитектора. Который пристально следит за тем, как меняется мир вокруг него. А вот настроение внутри цеха, среди кинематографистов. Вот этот коронавирус, он как настройщик. Вот он сейчас настраивает заново инструмент. И готов рассказать, что бы хотел изменить лично он. Петров, ну это вот просто сейчас везде. Ему нужно на карантин. Золотая рыбка. Владимир Хотиненко. Успех, вот тот, который мы имеем в виду, кассовый. Значит, кино не получилось. Премьера. Смотрите в пятницу в 17:30 на телеканале «Москва. Доверие».